Мой сыночек половину слов говорит на украинском, половину на русском. Вообще непонятно, на каком он языке после этого садика учиться будет. Думаешь, все на русском? Так он грамотным никогда не станет. Почему я не могу водить сына в русский садик? Я имею право говорить на родном языке. Мы отстояли право говорить на родном языке.